Ты на 2Ч зависал когда-нибудь? Нет. Считаю, что 2Ч это для элитки, которая думает, что она элитка. Почему выбрал плойку, а не Xbox? Как бы тебе объяснить, братан? Вот как бы тебе объяснить, короче. Такая хуйня. Сейчас. Вот как бы тебе объяснить, типа... Типа как-то вот так. Типа как-то вот так. Типа как-то вот так. Как так? Ой, блядь, уебался. Да, белые носки по кайфу. Это не хата, это комната. Одна из. Это. Чё, я, может, там что-то проебал у кого-то серьезное? Стирает их с лаской. С Ванишем, ёпта. По заветам Брола. Ты Дима? Я Антон. Будут новые треки с моих релизов новых. Поэтому в Москве приходите на концерт. Ты дракон, бля. Почему? Я дракон. Альбом 2 августа альбом. Сегодня доделал его. Глист. А, бля, вот эта шутка. Да, иди ищи босса. Съебись отсюда. До концерта я дропну альбом. Почему у босса нет перископа? Иди и спроси у него про это. Нет, я ничего больше не зачитаю, чувак. Он Пашок скинул ссылку на меня, ебать. В конференцию. Только с боссом. Как у босса спросить? Блядь, иди в натуре вы, блядь, нахуй. Чё за нахуй? Трэп бог перед тобой, братан. Пиндач, нига, пиндач. Обожаю, когда по-русски пишут пиндач. Тимати, ты? Да. Мне похуй на рэп, я считаю, бабосы. Йоу, Кирюк, салют, как там? Съездил отдохнуть? Да заебись тебе. А я дописал альбом, прикинь. Ёб твою мать, мужик, ты кто такой? Я трэп-бог. Ты сказал, что ты трэп-бог? Да. И не только я. Все знают, что ты трэп-бог. За час? Ну, типа того, да. Ты чмо. Ай, блядь. Давай еще что-нибудь поинтересней. Ты Бэтмен, сука. Я, блядь, нахуй рыцарь, ёпта. Готэма. Трэп Готэма.
Крэкварем. Как альбомы будут называться? Короче, заходишь нахуй на мою страницу ВКонтакте, и там все, ёб твою мать, написано. Слово смотрел, да, смотрел. Гнойный второй куплет, заебись. Вот скажи, ты считаешь, что делаешь хорошую музыку? Я считаю, что это неуместно спрашивать. Я просто считаю бабло, и мне похуй на рэп. Ой, блядь. Чуваки, вы в натуре в интернетах что-то кому-то хотите доказать? Да, чувак, я сам в ахуе просто. Блядь, чувак. Ну а что ты делаешь, скажи мне? Вот ты мне типа хочешь доказать, что типа... Давай что-нибудь прикольное. Отдайте пацану коричневые сердечки. Да, типа ламповые трансы, заебись. Хоть побазарить нормально можно. Где хуйню твою послушать? Иди нахуй. Знаю, кто такой Давидыч. Это Паша Техник? Да. Обращаешь внимание на критику? Нет. Пашок, они ставят, если ты тут видишь, слышишь, сидишь, я не хочу писать, они тут ставят лайки. Да, Паш Техник. Давай, сладких. Как тебе Сидоджи дубащит, не мое. Пимпачу, йоу. Качмин, уёбывай, уёбывай, порядочный. Уёбывай. Пим, ты выглядишь тупым на фоне босса. Блять, а ты выглядишь умным, написав эту хуйню. Да не, блядь, долбоёбы, это всегда прикольно. Много сообщений в ВК висит. Бля, Пашок, ты нахуй убийца. Раскол, вставай. Тебе там крутой чувак Аву лайкнул. Какой? Давай, Пашок. Если ты тут еще, я тебе желаю успехов в твоей работе. Гэнгста? Да, по-моему, да. Что-то там он записан, типа на наушники с микрофоном.
Неприкасаемый, да, заебись трек. Богомол в своей лучшей форме на этом треке. Безе. Бля, я Антону, короче, скину, как ты его написал. Мы поугараем, чувак. Безе. Йоу. Бамбл Безе. Бамбл Безе на бите. А да, Бумбл Бизи. Этот прикол его. Кто мне пишет? Не знаю, кто мне пишет. Да, у нас скоро выходит, короче, микстейп. Пиндач и Бумбл Бизи. Придумайте название для альбома, типа Рап Кенгс. Бумбл Бизи и Юнг Пиндач, Рап Кенгс. Смех, как виск свиньи. Ёбаный в рот, блядь. Янг ПНХ. Ага. Типа пошел нахуй. Бля, чувак, вот отвечаю, вот чувак с аватаркой льва, твоей искрометности и остроте ума позавидует босс, вот честно тебе скажу. Старичок, как тебе батл Гнойного? Второй куплет, заебись. Уничтожает. На чувака из немагии, на какого? На пиздюка или на здорового? Йонг Пиндач и Бумбл Бези. Здоровый, а, прикольно, ясно. Тебе два кинжала под ребро, ауе, пра. Вот этот прикол, ё. На следующей неделе выпуск. Бля, пиздец. По интернету, пацаны, кухонные ножи по интернету мне под ребра прилетают. Я в ахуе. Оплатил интернет, короче, чтобы мне кухонные ножи под ребра прилетали. Пиздец. Вот так вот, бля, пацаны, вы в следующий раз тоже, когда интернет будете оплачивать аккуратней. Ты в Макдональдсе раньше работал с Берба? Не, а в KFC. Где лайки, суки? О, бля. Роман тем. Вы не суки, вы красавчики, кто поставил лайк. Уважух. Слушал Мэнсона? Нет, Мэнсон тяжеловат. Да, Пашок, интернет надо оплатить. Ты пахом? Я пахан. Бля, ну Паш, извини. И мне похуй на хайп. Смотрел сериал «Кухня». Кухня, что-то русское, да, говно какое-нибудь, блядь, для... блин, биомусора. Да, ауе. Кто в четвертом выпуске? Не знаю, кто. Я, да. Пимп айкей трэп-бог. Вы уж определитесь, кто из вас пахом.
И кто пойдет в следующую битву экстрасенсов? Что такое ею? Погугли, что такое ею. Сколько у тебя масок? Две. Три, пижу. Да, прикинь, ебать. А домино слышал, да. Буду я в Yet Space с новыми треками. Что означает для тебя скёр? Скёр — это, блядь, звук, который издает Брюс Ли, когда делает замах. Ты чё, цитаты, классику? Ну, типа, да, но, блядь, если, короче, ты не знаешь этой хуйни, то, ну, типа, вообще забей. Да, приходи, охуенно будет. Там, блядь, билеты копеечные вообще. Ну, типа да. Скр — это звуки, которые издают. Издают. Это типа из чего-то. Но я на VIP пойду, да? Бля, чувак, типа... Был в Перми, да, был. Фотки, наверное, будут, я не знаю. А, ты девочка, блин, а я что-то издалека посмотрел на аватарки. У меня же, блядь, очки, ебусь. А, подожди. Ёбаный рот! Не, не найду очки, сорян. Я понял все, что ты девочка. Извини. Иллюмината, иллюмейт, братан. А линзы чё, линзы в пизду? Йонг Лёха. Нет, я Лёнг Антоха. Бля, да, я весь день хожу в маске, чувак. Сегодня проснулся, короче, в маске. Пошел, почистил зубы в маске. Короче, чистишь зубы в маске. Потом, короче, нужно, типа, рожу помыть. И ты такой, типа, моешь сквозь эту маску, блядь, тяжело, пиздец. Типа, хотел скрабом похуярить. Ну, короче, скраб, вот видишь, типа, стер немножко. Значок. Типа, блядь. Потом в душ залез, хотел голову помыть, короче. Вот, но что-то не получилось. Чего вы за хуйню несете, чуваки? И, Алиса, давай еще раз. Ты говнопанк? Я отец, блядь. Фьюча панк БДСМа. Нет, не слышал новый трек с Яникс. Я на самом деле не в обиду Яни, но последний трек я его так не слушаю, потому что знаю, что там будет. В принципе, я думаю, со мной так же. Я думаю, он тоже мои треки новые не слушает. Усы с брил. Типа, а с кем усы и брил? Это кто такой вообще? Да, книжки я читаю. Книжку сейчас читаю, типа... Я не знаю по Нарбекову, как поправить зрение. Мне кажется, это все туфта. Ты очки носишь? Да, ношу. Но у меня не настолько хуевое зрение, чтобы носить их постоянно. Пашок, мне всегда хуету пишет.
была на его концерте, ждал, что он другой, как человек такой необщительный. Ну а ты как думаешь, блядь? Типа, ты представляешь, как нас заебывают вообще? Спойки. Пимп, я записал свой первый трек. Красавчик, бросил в корзину. Без обид. Что за книгу ты читаешь? А, сейчас читаю эту хуйню, как его... младшую Эду. Вот что я читаю. А, ну то есть да, окей. В инете можно в пабликах типа потупить. Я пою, кстати, профессионально. Есть маза, зашли мне в ВКшку, пожалуйста, если есть, где ты поешь. Посоветуй фильмы. Последний фильм, который прикольный, я посмотрел. Этот, блядь. Бля, я в натуре забыл, короче. Чё, младшую Эду начнешь читать? Ты угораешь, что ли, чувак? Не начинай. Это скандинавская мифология. А, причем, блядь, в песнях, нахуй. Покер играешь? Играю. Периодически. Хардкор? Нет, не смотрел. Сказали, что говно. Я не стал смотреть. Фильм «Ветер крепчает» Хаяо Миядзаки. Последний. Вот. Пиздатый. Гетто банды. Спроси у The Game. В жепу раз. Да, жепа, ёпт. Жепа, блядь. По-русски писать научись. Да, пошок, блядь. Смотрю в чатик, блядь, тяжело. Ветер крепчает, заебись, хуйня. Вообще все Хаяо Миядзаки, мультики, заебись. Ходил в кино под открытым небом неделю назад. Короче, я ходил на эту хуйню, на Ходячий замок, короче. Вот Ходячий замок классик, пиздец. Смотрел уже, наверное, раз шестой. А, это ты, Никит? Бля, что ты написал, что жепу, блядь? Как тебе Афросамурай? 100 лет назад смотрел, не помню вообще про него ничего. Техника, боишься? Мы в хороших с Пашкой. Хули мне его бояться? Ну я понял, это как пемп, да? Это типа юморок. Песнь моря? Не, не смотрел. А чё, прикольное дерьмо? Если прикольно, то погляжу. Ты чё, Бэтмен? Ты чё, это второй раз спрашиваешь? Ну записывайся, хули нет. Босс твои трансляции смотрит. У него спроси, не знаю. Старый ники свой с боссом скажи. Алёша МС и Стас Суперстар. Вот, можете пробить ВК, по-любому есть. Алёша МС и Стас Суперстар. Не-не-не. А какой у тебя Battlefield?
Песнь моря, но я гляну. Я сейчас викингов дозырю, короче. Можно будет посмотреть, да. Дота залупа. Муж вкусы. Чё за хуйня? Не обессудь, ну. А, я думаю, чё, блядь? Музыкальный вкус. Музыку слушаешь, у тебя все развивается, все. Типа слушаешь Витяка, будешь слушать и читать рэп, как Витяк. Слушаешь там кого-нибудь другого. Тайга, Тайга такой средний. Средний рэпер достаточно. Как познакомились с боссом? Говорила же на эту тему. Можете посмотреть в интернете. Там все есть. Окс или Моргунов? Не знаю, кто такой Моргунов. Канни Вест, не понимаю дрочу вокруг Канни Веста. Бля, мне тут просто пишут. По предпрослушиванию, пацаны. Блять, нет, я не могу тут ответить. Интересуешься скандинавской мифологией? Да, прикольная хуйня. Там Тор, блять, на козлах ездит, вся перда. Бичи всякие пишут. Я не фараон, чтоб мне бичи списали. Какие языки знаешь? Славянский и иврит. Если ты не разговариваешь на иврите, то типа бимбери бимба е МС Безе, Бумбл Безе, Бумбл Безе. Чё пригождается? Бизимен. Нет, Безе, бля, чуваки, вы заебали, это правильно. Безе. Чувак же написал, как правильно, Безе. Бумбл Безе. Чё за хуета? Да. У него еще есть охуенный шлягер, короче. Называется Ну Хак. Там четыре части Ну Хака. Скоро будет трек, короче, пиндачи Бумбл Безя. Ноу Хак. Часть 5. Ну хак, блядь. Какая тупая хуета, пиздец. Не ноу, а ну хак. Серег, с этой ты, короче. Джимми Карр. Да, мне говорили, кстати, про эту хуйню, что я смеюсь, как Джимми Карр и как Аршавин, блядь. My like it purple. Е, Серег, респект. Young Pimp and Hustle. Я Young Pindач, братан. Интернет так говорит. Young Pindач.
Еще я слепах не спай. Записал новый шлягер с Бумблбези. Да, Унг Пиндач и Бумблбези. Мне до сих пор смешно с Бумблбези. Какого хуя? Интернет говорит, что ты петух. Окей. С кем фичерить? С Бумблбези? Да, у нас ну хук, бля. Бумблбези. Бумблбези. Ну хак. Часть 10, блядь. Бумбли, да? Бумбли. Бумбли бези, ёпта. Просто до слез. What's up? Бумбли без, блядь. Сука, блядь. Слезы капают. Да, 10 человек пытались рассмешить. Достаточно было просто сказать бумбли бези, блядь. Ой, бля. Антоха, да не расстроится, мы угораем. Нормально все. Бумбль. Пацаны в чатике угорают, ебать, над Бумбли Бези, блядь, и как я плачу. Сука, гифку сделали. Пошел пиздатая гифка, кстати. Можно мимос въебать. Не, типа, Сири, рассмеши пимпа, и Сири такая, бумбли бези. Вот это тупняк, ебать. Сколько стоит твоя нога? 5 000 евро. Не, обладает, объедает, не смешно. Вот бумбли бези смешно. Да, это типа шутка самосмейка, блядь. Да по-любому кто-нибудь напишет, блядь, про бумбли бези. Да, кстати, давайте тупые вопросы и где там эти чуваки, которые хотели объяснить, кто я? Есть тату? Есть, да, я весь в портаках. Который ауе, да, который, блядь, закопают меня за МКАДом. Привет, ты кто? Я трэп-бог. Поясни за шмот, бля, я нахуй в халате, чё тебе пояснять? Да не, Паш, в пизду. В чатик еще.
дохуя этой, блядь, как их называют? Чести. Во. Трипер бог. Бля, чувак. Вот, бля, пиздец. Вот честно, это самая смешная шутка, которая только могла быть, братан. Просто, ебать, трипер бог. Да. Вот учись шутить у пацанов. Бумблебези — это смешно. А трипер бог — это не смешно. Давай, спокойный. Давай что-нибудь еще прикольное, и я пойду, короче. Смотреть дерьмо. Сделай колечки. Колечек, что ли, никогда не видел. Блядь, жрать охота. А, блядь, смотри, закончился он. Насано, ибо нету жишки, все, ибо. Скрин сделал. Пимп, ты крекер. Давай, спокойно. Фу, вейпер, блин. Бля, я прочитал парни плес, а типа оказывается, это было пёрни, бля. Пёрни, вы чё угораете? Пёрни, блядь. What's up? Пёрни в лес. Ебой. Вот еще один пришел пояснить, кто я по жизни. Ну-ка, давай-ка. Балотелли 4549. Бля, идите нахуй. Ой, бля. Пёрпли друнг, блядь. Друнг. Нубки пью, ага, нубки. Чувак, не моньяк, а маньяк пишется, правильно. Что ты делаешь, когда скучно? В перископ захожу, блядь, развлекаюсь. Короче, ладно, блядь, тут нахуй с Бумбли Бизи посмеялись, норм так. Антох не обессудит, я думаю. Вот, короче. Ждите, блядь, 2 августа альбом, нахуй, который записан, сделан, Все, всем, короче, бим-бири-бим-ба, ага.